Так что, рыцари круглого стола, что вы решили? Будете УАЗик? Да они еще больше решили докупить. Ага, сейчас я посмотрю по карте на вас. Уже бочки хочет докупить, не такие, он так не оставит меня. На Святоша, на инвалидку, что ты мне вчера сбрасывал. Говорит, что скинет, отдаст почти даром. Так она легкая, если вместо этого поставить инвалидку. Нет. Уставшая. Да нет, инвалидку оденем вместо УАЗа. Так, короче, Витя с Максом не останавливается. Мне уже страшно. Макс едет за бочками. Пахану сдал еду. И поехал за бочками. Так, друзья, это шок вообще. Приехал, Витя вызвал инженера с рулеткой. Уже подготовлены две... 10 сантиметров длиннее. Две ветки приготовлены. Куазику уже несут. Нет, это инженер тебе бочки продал. Вон о чем люди приехали плавать. Да, он и лошади приехали смотреть, как я буду плыть. Что происходит нереально. Макс уже с бочками на подходе. Так, Макс с Владом уже тут. Ого, какие. Это как для ТикТока одели лошадей. Так, друзья, бочки уже здесь. Макс уже привязывает одну. А где Макс? Уже привязывает? Да, Макс уже на берегу, елки. Я еще не успел повернуть камеру. Бочка уже на месте, инженер. Мы уже по дороге с Максом обдумали, как цеплять. Так инженер же уже приехал с рулеткой. А, да? Да. Не докатилось. 50 килограмм бочка весит. Макс, может, давай в мае? Нет, Руслан. Это будет сегодня. Макс, сейчас сегодня вот тут. Так, а что вы... Давай две поперек, Макс. Поперек, примерь поперек, как будет. Они должны равномерно быть, Макс. Все равномерно, потому что это как плод, понял? На нем должен стоять. Четыре опоры должны быть. Вот инженер. Раз, два, три, четыре, понял? Ты видел, что Витя вызвал инженера с рулеткой? Вот там вот баланс тоже должна быть большая бочка. Вот почему? Потому... Не, зад легче, вперед тяжелый. Все должно быть желательно в уровень. Сейчас мы отстреляемся, дядь. Сейчас сделаем так, что он поплывет, а что там, на тот берег. Слышите, можно я такую штуку куплю себе за ними и поплыву? Руслан, ты сейчас за ними уже 6. Что мы так долго здесь делаем? Не надо эти палки, я тебе говорю, они все равно бесполезны. Люди в ТикТоке сидят и думают, вы шизануты. Четыре бочки, понял? Раз. Ну все, да. Так сильно меня еще никто не хотел утопить. Давай в мае, может. Давай в мае, Макс. Давай на 9 мая, День Победы, может, я не утону. Что-то я... Смотри, что они делают. Давай еще, еще, еще. Там раздатку не сорвешь ты с подушек. В этих бочках еще Руслан спирта еще осталось. Да? Это от спирта бочки. Да. Так что... Какие-то они тяжелые, да? Не, да не ведь. Не. Нормально. Короче, не проходит в не угол тут, да? Да, тоньше и ровнее, по-моему. Давай эту назад. А ну давай попробуем вот эту. Да, да. Блин, ну ты не заряжены меня утопить. Ты думал, поехали аж на соломинку с этими бочками. Да, на соломинке аж? Да. 15 километров в одну сторону, не, если не больше. Подожди, подожди, прокрути. Толстая. Толстая, да? Толстая. Так, пробуем другую комбинацию. Вот так, да, Макс. Только как ее закрепить? Ну так, вот это самая тема, да, вот это? Так я в безопасности так, более себя буду чувствовать. Связать. Я понял, Макс просто... Остановись, просто постучи. У него этого вазика не было? Просто остановись, послушай, Макс. Я сейчас тебе скажу, давай, как мы консилиум сделаем. Да, смотрите, обсудим идею Виктора Захарчука. Раз, два, три. И вот так. А я предлагаю по-другому. Как? Давайте успокоимся. Покажите, смотрите, что предлагаю я. Мы ложим одну бочку так же, как мы сюда положили. Смотри, вот сюда. Одну. Подтягиваем под ней сейчас. А эту сверху. Одну секундочку. Просто слушаем. Протягиваем сейчас, ложим так в длину две стропы. Вот раз стропа
И еще два столба. Смотри, ложим одну и вторую. Стропы. Тихо, тихо. Стропы уже протянуты. Да. Это упирается вот сюда, вот да. Ложишься. Вторая ляжет вот сюда. Мы просто двумя ремнями так стянем их. И все. Да, и, ну, и появится это. Это гениально. Давай. Да. Все, просто протягивай под ними стропы. Да, что-то я не уверен в успехе операции. Тестировать-то мне придется. Руслан, мы тебя подготовим так, что тебе не придется отсюда спирт. Что я поеду домой по речке. Да. Пойду по реке, правильно сказать. Еще и третья есть. Вот наверху стянет. А вы за... Подожди. Витя, потяни на себя. Не, Вить. Так не получится, потому что если что-то случится, одна бочка вверх по машине будет катиться. А что, если стропы будут натянуты, они не дадут? Правильно. Ну, мало ли, что там как-то это самое. Они мнутся. Пацаны, давайте на май подготовимся нормально. Так что нам надо в любом случае... Ее же через раму пропускать назад. Да, очень тяжелая машина на самом деле. Витя, не через верх, очень тяжелая. Притяга чистой воды кранистей. Блин, друзья, что делать? Убежать уже не удастся. Затягивай. Первую. Нет, мне надо еще одна бочка. Где еще? Давай, я смотрю. Мидланд. А вот и зрители уже ждут, да? Ждут экшена на берегу. Вы? Все сели. Давай, потяг. Так, тут... Так, подожди, еще. Надо больше. Максик! Вызвали инженера. Можешь? Так, вот помогай, эту, Влад. Мою стропу, которая возле заднего колеса, чуть-чуть вытянуть один конец, потянуть на себя. Какую? Вот, я его дергаю. Еще. Чего? Спущен? Чтоб воздуха хватило? До этого? До потона? По течению, да. А там уже и домой туда можно. Так я ж так и хочу резануть сейчас. Они все равно упадут сейчас. Не то уже понятно. Нам главное, чтобы это уперлось в раму. Дайте мне это. Все, мы сейчас уже готовы занять. Что-то хлипкое, да? Есть вопросы, есть вопросы. Если... Да. И все, сейчас... Все, надо тебе поднимать. Вот так вот. Поднимай, Леша. Жека, ты поднимаешь? Да. О, супер. Так, Жека, что там? Мидланд перекосился. Ну, одна чуть на помощь. Может, иду. Нет, дядь, она не пойдет так. Вот эта бочка сразу. Никуда, мы сейчас так стоим. Давай. Вверх чуть-чуть приподнимай. Чуть-чуть. О, все, давай, Вить. Тянуть? Да. Блин, тут они рассчитали. Помогите, надо еще туре. Рассчитали. Давай. Вот эту надо синюю ниже чуть, чтобы она была ниже, синяя. Ну так сомнется. Не-не, а если мы бочку тогда на дверь? Вить. Тут получается какая сейчас ситуация? Сделай вот так там с той стороны, чтобы мы могли... Просто хода мне тут. Такое количество усилий, чтобы меня запустить. Чтобы меня запустить. Давай! В плавание большое. Все. Так что вы там Женю одного бросили? Давай, натягивай. О, да, все правильно. Только... Ну сейчас посмотрим. Надо подтягивать, потому что вот у Жеки там еще место. Ой-ой-ой. Жек, держи. Там надо ту бочку.
там выпало с рамы. А, где? Вить, вот эту на себя не... Ну что? Натягивай. Да, натягивай. Чтоб нижняя уперлась в раму, а верхняя в верхнюю дверь. То есть верхнюю. Обычную дверь. Не, ну процесс... А как он сам залазить будет, если двери не открывать? Через окно. Он же чемпион Украины по гимнастике. По залазанию в окно, да. Да? Или рано еще? Минут через 20. Блин, упала штана. Вы же в раму. Ты выше не поднимешься. Как? Макс, если такой у вас сварить весь из алюминия, то не надо бочки тогда. Самолеты же не алюминиевые, поэтому они летают. Так, еще раз. Не, они меня не слышат. Макс, подержи бочку, попросились тебе. Да держит. Ту надо поднять. А вы там держите? Да, Жень. Надо натягивать нижнюю строку. Да, сейчас. Это одна и та же, кстати. Михалыч включился. Подними нижнюю бочку. Давай, я держу, давай, все, поехали стягивать. Давайте, я верхнюю держу. Посмотрите, сколько человек. Тут 4. И тут... И тут 2. Не, нижнюю выше надо. Давай, я верхнюю держу. Держите, держу верхнюю. Другой вопрос, чтобы натягивалась нижняя стропа. Вы это самое, вот это должно упереться в это. Макс, слышишь, стропа? Вот эти, которые снизу идут, их с той стороны нужно, с той стороны, через раму, которая не падает. Их надо натянуть. Я полез под машину. Футболку сними. Ты думаешь? Да. Не надо. Яна уже не рада, что... Макс пошел под машину. Макс, как ты там? На растяжке. Держит бочки, смотрите, что творится. Леха, тяни стяжку. Траву можешь выкосить? Тебя плохо видно. Давайте. Спиртяка надо закрутить. Синий? Спирт надо закрутить. Это жесть. Ну, сейчас подожди. Давай. Тяни вот это, тяни, тяни, тяни. Ага. Поднимите вверх. Эту вверх надо поднять. О, о! Где-то что-то течет, Макс. Это с твоего УАЗа. А, с УАЗа. Давай, тяни, тяни, может он сейчас как хлопает. Давай, давай. Тут уже почти все. Ты кашу не ешь. Давай нормально тяни, не петляй. Так, Макс лежит. Макс, вон. У нас одна сторона стянута. Все? Нет. Все? Что, да, пошла, все? Все, все. Давай, тяну. А, одна только? Да, хорошая. Давай. Макс там. Вообще, красота. Бочки слаживают. Да, да. Осторожно. Да, вот они держат. Все. Грузик, все, держим. Ну, пошли, если что. Скажешь, если что, мы там мясо кушаем. Все, больше не надо просто. Все. Что-то конструкция хлипкая какая-то. Ну, хлипкая, зато плавучая. Главное, что она работает. Да, хлипкая, зато плавучая. А ну, все, больше держать. Пацаны, может... Только медленно. Давай, Руслан. Давай, камерку. Отдыхающих разогнали всех полностью. Маме. Да. Давай на май перенесем. Русик, давай сделаем сейчас, если что, на май. Бай говорит, на май перенесем, уже раз 10 сказал. Да он уже 30 раз сказал. На май перенесем. Не, ну пацаны, Макс. Offroad Brothers. Греко-римская. Греко-римская. Ля, залез. Залез, ля, сейчас снимай. Не, Руслан, водительская сторона с другой стороны. Пацаны, я не утону. Да не, Рус, ну куда две бочки, лянь, с двух сторон уже. Уже вес сумасшедший. Пацаны, я не утону. Да, не, Русь, ну куда две бочки, лянь, с двух сторон уже. И шо, нормально там? Что происходит, непонятно. В общем,
неправильно связали. Колесами не крути! Они сейчас пригнутся. Стой, стой, стой! Давай в воду заезжай. Турма оторвалась. Заезжай в воду. Витя привязан. Ну, бочек больше, устойчивость должна быть выше. Не знаю. Ну, кажется, уже я держусь на плаву. Плывешь, Руслан, плывешь! Давай, еще чуть-чуть, еще чуть. Да нет, трос послаб, что такое? Не знаю, что будет дальше. Ну, вроде плавает. Все, 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 Вить, стой. Ой, ты, по-моему, на ехал. Не. Смотри, есть, что я тебе говорю, бочки вот так, да? Да. Не, ну это нормально, пускай так. Только она что-то не плывет никуда. Так что, надо руку отцеплять от меня. Четвертую! Непонятно пока. Ну так это сзади выглядит. Надо ему на диске, лопасти, наварить лопасти, да. Лопасти на надо, диске. Да, наварить лопасти, пускай заедет в цех, да, наварим ему лопасти, он как поплывет. Я вам скажу, с четырьмя, с пятью бочками и шестая маленькая, как-то спокойнее. Пониженную. Давай, нормально, плывешь, плывешь. О, натягивается трос. Давай в воду. Заедь, заедь еще. Скорим он так доплывет для того этого. Конечно. Стой. Конечно. Это он задняя, она только одна скорость. Если сейчас четвертую включит. Четвертую включит, и вообще будет отлично. Ну, вроде как плывет. А я на крыше вот так стоять буду. Смело, тем более смело. Руслан, ты поплыл! Ура! Не зря ехали за бочками. Бочки были куплены не зря, еще одни. Ой, заводится даже. Да, о, класс, раскачивает его. Смотрится, да? Ух ты, ничего себе. Кайф поймал, смотри. Пробовал с пятой, сейчас с третью. У вас плывет. Витя, выезжай, выезжай назад. Чтоб сейчас не намотал на колесо. А я заехал, прикинь. Все, нужно винт ставить теперь. Я тебя дай сниму, дай.
только благодаря этим маньякам такого результата можно добиться. Витя трос мотает. Вообще супер. Все, Руслан, в принципе, можно плыть. Рекорд Украины. Никто не перепрывал Днепр. У него просто зеркала ниже. Ага, все. Все отлично. Блин, а он не плывет. Смотри, он назад плывет. Все, я плыву, друзья. Получилось. Волна, смотрите, тут от проходящих катеров. Но зацеп слабый у колес. Продвижение вперед очень мизерное. Главное, чтобы он сейчас не перевернулся боком, понял? Ага. Главное, чтобы бочка не спрыснула, видишь? Он не может, короче, да? На месте стоит. Надо пробовать другую какую-то скорость. Видимо, о, все, начинает ехать нормально. Надо бочку, может быть, центр бочки, видишь, стропами разместить как-то. Ну, потому что... Та ближе, видишь, прицеплена, это чуть дальше, и оно его, типа, сейчас главное, выгнуло. Главное, чтобы бочки закрыты были, в них вода так набралась. Да, мы забыли одну закрыть, кстати, надо закрыть. Сейчас вместе с бочкой выйдем. Сейчас попробую на холостых, может будет выше КПД. Да, глубины протектора явно не хватает для продвижения вперед. Надо подтянуть просто бочки, пускай выезжает. На малых оборотах. В общем, в принципе, результат достигнут для первого раза. О, зацепился за берег. Зацепился за берег. Пошел. О, нормально. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Результат достигнут. Ловучести мы добились, осталось теперь винт поставить. Это следующий этап будет. Выезжай чуть на берег. Все, стоп, 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 стоп. Бочка. Конструкция не очень надежная, но в принципе ключевое понятно, сколько нужно ловучести. Русик, надо поправлять бочки, разворачиваться. Потому что ее чуть подкосило. Один, видишь, надо за... Витя, сколько метров лебедка? Уперлась, видишь, в крепление, да, клюшки. Да, надо его, да, развернуть. Смещать. Вы видите, что на месте она? Да, не плывет. Не плывет. Надо... Надо на колеса какие-то забрать. Винт надо ставить. Смотри, а, видишь, тут вниз ушла вот, тоже. Вот, нет, вот так. Сколько? Вот одну на диск навариваешь и все. Одну, а там тем более есть эти самые. И все. Да. Нет, так она не, да, будет. Одну, одну, кого? Раз. Она будет просто так. Не, вот одной мало будет. Не, надо, ну, ж, ты... надо же ее понять, раз, чтобы... Она нет. Скрутится. И полу такой, полусон. Ну, не, понятно. Да, чтобы она забыла. Да не, ну инженер знает. Колесо, вот не, инженер херню не скажет. А если назад? Конечно. Ну, чтобы она и назад, и вперед. Ну, а назад она что будет с другой скоростью иметь. Поплыли? Ну, надо выровнять бочки. Бочки надо там... выровнять. Не, ну это я до Нового года даже не доплыву к мосту Патона. Доплывешь. Сейчас надо... Так, Макс хоть хочет привязать бочки к колесам. Они бы сразу работали как... А? Как и плавучести, как движитель. Нету столько строп. Макс, ну если она отцепится на ходу, я сразу утону, Макс. Ну, эти тоже уже желали отцепиться. Не, Русь был. Да? Русь был так четко. Ты что? Понравилось? Так. Так и быстрее, чем это.
Смотрите. Не, Макс, я на такое не подписываюсь, оно отцепится. Надо подготовиться к этому. Ниже опускай. Ниже опусти. Сейчас я звоню матросову, заказываю плавучесть. Мы, главное, вычислили, сколько нам надо плавучести. Вот так, вот. Надо 2 по 400 литров. С каждой стороны. Дядюля. Так, и теперь бревно надо или что-то? Не надо ничего. Вверх подними. Да оно соскочит так. Я утону. Вы что? Я не поплыву, я не поеду. Точку вверх подними. Чем? А держать потом? Руками. Ну я же говорю, нужно подложить пакет. Это надо подложить. Вы сейчас грыжу, инженер заработает, и как мы будем конструкцию потом? Его пристегивай. Да носком подними. Инженер. Ногу подставь. Сюда. Вот турки они, казаки, да? Вы не турки, хлопцы? Да не, турки на подъеме. 100% арабика. Макс, оно отцепится, я не поеду так. Или вы пока тестовый этот, проба. По берегу я буду 2 часа сначала ездить, тестировать. Тем более волна поднялась вон. Ща? Олег, ну шо? Ща? Все, хватит, как раз. Оно ж так отцепится. Давай. Нет. Это нужно пробовать, смотри. Не отцепится. Не? Не? Ну так плавучесть. А, плавучесть есть, да? В обратную сторону опять сюда, понял? Да не, оно ж крутиться будет, отцепится. Че оно отцепится? Сейчас посмотришь, как оно плывет. Так, возьми у меня спереди. Давай подними. Переверни.